Всем привет, я Олег Гостяев, шеф-сомелье ресторана «Бабель». И сегодня мы отмечаем Международный день просекко в просекко-баре «Вальдо». Будем готовить ризотто с просекко и гребешком. Приступим. Что за праздник без просекко «Вальдо»? Откроем бутылку. Она в первую очередь нам понадобится для приготовления нашего ризотто и как гастрономическая пара. Отлично, свежо, цветочно. Персики, груши. С днем просекко. Готовим ризотто. Поехали готовить. Оливковое масло. Крошеный лук, чеснок, тимьян. Жарим. Рис. Рис предварительно был слегка обжарен. Бульон. Немножко просекко. Замешиваем. Пюре из тыквы и морковки. Продолжаем мешать. Нам понадобится минут 7. Загреем сотейник для того, чтобы поджарить гребешка. Мешаем, мешаем. Тимьян надо удалить. Сливочное масло. Тертый сыр, твердый, обязательно. Ризотто в конце нужно обязательно выключить и замешивать. Масло должно полностью раствориться, как и тертый сыр. Вот такая должна быть кремовая текстура. Итальянский ризотто. Гребешок. Гребешок должен быть очень нежным. Ни в коем случае его не пережарьте. Микрозелень, чтобы было красиво. Готово. Просекко разобрались вилкой, ложкой. Как итальянский шеф-повар говорил, ризотто едят ложкой. Что, будем пробовать, что у нас получилось? Бульон был соленый, в меру, поэтому ризотто получилось таким очень нейтральным, с морским вкусом. А просекко немножко добавляет сладости в блюдо и интриги. С днем просекко. О, да.